Привет, привет! Вы на канале Дакира. С вами Дарья и Чудик. И... Ну хорошо, хай будет Чудик. Ребята, пока мы не начали видео, да, рекомендую вам подписаться на канал, поставить лайки, да? И, конечно же, писать комментарии под этим видео. Да. Подождите. Подожди. Не говори. Ребята, вы уже догадались, что вот это такое? Да. Да? Так же поставьте сейчас на паузу и напишите в комментариях, что это такое. Да, это лизун. Ну, давай, считаем до... Нет, это не лизун. Считаем до трех, и мы начинаем видео. Да. Раз, два, три! И заново привет, Так, ребята, это шариковый пластилин. Да. Я его не в городе купила, я его купила в библиотеке. Да, а я не видела, где оно подается. Оно у нас в библиотеке продается. Вот такие маленькие пакетики и вот такие вот большие коробочки. Да. Но я видела, еще там побольше шарики были. Да. Моя подружка купила, так оно вообще твердое такое. Его аж выдать нельзя оттуда. Да. То будем сегодня распечатывать, да? Да. Давай сначала в коробочке, И такой липкий. Да, я думаю, о, смотрите, какой. Да, ой, это... Потрогай, какой. Он какой-то уже на ощупь липкий. Он липкий уже. Да. Ну, давай, достанем его. Да, вот такой я уже его еще... Так, оно не закрывай. Ах ты ж, закрывушка. Ой, боже мой, кошмар, что ты такой липкий? Он липкий, ребята, смотрите, видите, он тянется. Он тянется, класс. Да. Он такой, конечно, прилипает. Ага. Да не закрывай ты, блин, камеру. И когда его помнешь, он станет нормальный. И это как, ну как, он будет засыхать. Да. Это как пластилин. И он прикольный на ощупь, и он очень, ой, липкий. Липкий, прикольный. Ну, сначала, да, он липкий. Так, а ну что ты там, что ты тут пластилин без... Он даже попрыгун. Да. Давайте я вам сейчас покажу. Только если он в цель, конечно, упадет. Так, ребята, сейчас я это в стородочку уберу. Да. Так, а ну. Так, что это? Ну, в школе у меня девочка брала такой этот самый, он прыгал. Не знаю, это, наверное, вот этот прыгает. Да. Он делается. Ну, они разные, не знаю. Да. Ну, вроде в одном эти. Да. Два. Они же. Ну, он прикольный такой шарик. Они... Делается из шарика. Ну, это как пенопластовые шарики. Да. И тут вот даже кажется, что... ну да, тут лизун. Да, честно, то лизун, да. Боже, что-то я сегодня заговорилась. Да. Так, оно липнет. Ребята, не повторяйте это дома. Можете не отлипнуть. Давай его положим. Хай он здесь, как сказать, ну, лежит, отдыхает. Да. Я думаю, когда он будет засыхать, надо будет водички чуть-чуть добавлять. Да, и надо другую коробочку. Так, давай вот эту открывать, давай. Да, и другую надо. Так, ой. Так, как его? Сейчас, подождите, ребята. О, вроде как, вот, открыла. Ой, надо было, наверное, ножницы взять. Я что-то не подумала. Ой, он такой мягкий. Мне кажется... Да, уже, кажется, липкий. У нас даже для этого лизуна есть вот такой контейнер. Да. Это будет очень на арбуз. Ну, может, чуть-чуть похоже на арбуз. Да. Ой, в таком пакетике его, конечно, неудобно отсюда вынимать. Да. Да я оклею. Да, ты пока коробочку открой. Фух, оклеила. Ты быстрее коробку открыла, чем я. Этот. Чем этот шариковый пластилин антистресс. Ну, смотрите, как его чуть-чуть. Такой смешной. Ну, он, конечно, дешевле.
Так, он, а ну хватит гупать. Он какой не светящий. Тебя не светят, да. Хорошо. А у Саши светящие. Кто светящие? Ну, Саши покорный. Что светящие у нее? Ну, такие чоботы. А, ботинки? Да, ботинки. Ну, давай уже. А я думаю, ребята, это уже тут останется. Да, а мне мама купила новые чоботы. Да, бо уже осень. Да, уже 28 сентября. Да. Это... Подожди ты. Я хочу потрогать. Так, такой же. На, потрогай. 28 сентября сейчас. Я как раз сделала уже уроки. На завтра. А я положу. Ох, ты уже будешь ложить? Ну, давай, ложим. Давай. Я уже не могла терпеть. Умаю. Ну и так и разорвала. Я уже не могла терпеть потрогать этот шариковый пластилин. Да, как лизун. Ну, не сильно это и лизун. Ух ты, какой красивый. Стой, не закрывай. Стой, ты не закрывай. Ой, крышка покатилась у нас. Так далеко отсюда. На скалочке. Ты смотрите, как прикольно. Да, такой красивый. А тебе надо... А ну стой, давай мы сюда попробуем розовый, может, влепить. Я своим... О, смотрите, как я его чистенько, аккуратненько выняла. Еще крышку так вынять. Также такой пластилин, ну как... Да можно, можно найти на сайте aliexpress.com. Да? Мы смотрели, в интернете есть. Да потому что надо руки было намочить. Покажи зрителям, какие у тебя руки. Ну, не знаю. У меня... Так, хватит ткать в камеру. Не знаю, у меня что-то... Иди мыть руки. О, смотрите, он как раз сюда... Еле как бы... Так, Кирюха вот пошла. Смотрите, он как влезает. Ух ты, это тоже прикольно. Ребята, а какой вам больше понравилось? Фиолетовый или розовый лизун? Ой, простите, уже я лизун говорю. Не лизун, а этот шариковый пластилин. А если вам два понравилось, то поставьте лайк. И, конечно же, в комментариях напишите, какой вам больше. Ну, конечно, не смотря на количество. Что-то там Кирюха долго. Так, этот что-то не сильно тянется. А давай сейчас... Я попробую его в контейнер этот посадить. Так, ой, ты что, не вымешься? О, Кирюха пришла. Да, он очень тяжело умив. Да, я знаю. Ой, он меня прилип. Ой, это что уже? Это что уже? Контейнер. Для фиолетового, это для розового. Так, не трогай. Вот так я хотела вообще... пожмякать Кира, да? И ничего не получилось. Ну, да, ребята, он уже стал чуть-чуть затвержать. Ой, простите, застыхать. Стал уже чуть-чуть. Наверное, надо будет водичку добавлять. Да. Где клишку? А, вот. Я соклею. Я соклею. Давай, закрывай. Ребята, а вы пишите в комментариях, может, мы какие-то эксперименты будем делать с такими лизунами? Да. Ой, простите, боже мой, уже я говорю лизун. Да. Это шариковый пластилин. Да, как арбуз. Да, но если был бы красный, то точно был арбуз. Ребята, кто больше за что проголосует, кто захочет, чтобы я еще что-то, какие-то
Какой-то еще какой-то... Ай! Какой-то еще шариковый пластилин купила. Или какие-то эксперименты делала с этим шариковым пластилином. Да, мы смотрели мультик Телефона. И они делали... Они нашли... Ну, я не знаю. Арбуз. Ну, у нас почти все есть... Или жон... И Амаленко несет, и можно чик-чик, и будет очень красиво. Угу. Да. А вы видели мое видео с кинетическим песком? Да. Я думаю, вы уже видели, бо я его, когда я летом его снимала, а сейчас уже осень. Да. Первый месяц. Он Точнее, такой конец... красивый. Ой! Ой, он... Ребята, он вокруг меня прокатился? Да. Из-за смешно стало. Я пожимаю. Ну классно, он скажи. Да. Так, как я говорила, мы голосуем. Если вы, что вы хотите, чтобы я какое-то еще видео сняла про шариковый пластилин, и напишите примеры. Также, что, может, я еще какой-то купила. Или какие-то я эксперименты попроводила. Если честно, я еще разные эксперименты не проводила. Я, может, не знаю... Кира, как ты думаешь, мы будем делать лизуны? Лизун. Да. Ну, давай сделаем так. Если наберем под этим видео, давай сначала... Песок? Давай, 5000 лайков, и тогда мы будем делать лизуна. Попытаемся сделать первый раз. Ну, смотри, Кира, смотри, какой он большой. Я думаю, им играться можно. Но они липкие. Липкие, но им можно играться за сколько захочешь. Этим антистрессом. Им можно лепить все, что захочешь. Ой, смотри, у меня, не знаю, какой-то калачик. Сейчас я... Какой крабоват! Да, похоже на колбасу. А ну сейчас должны вы отгадать, что это я делаю. Я не знаю, что это. Ой, какой липкий. Кирюш, что это? Не знаю. Змея. Правильно. Дальше. Да, блин, слишком мало. Не зеленчик. А-а. Не знаю. Ты подожди, я же еще не доделала. Но я думаю, оно как-то не получится у меня. Змея? Ну, змея ж уже была. Так, у меня как-то... О, вроде как... Угадайте, что у меня будет. Сейчас Кирюха что-то с фиолетового сделает. Браслет. Ну, какой-то он странный. Ой, ну, вообще провалился. Ну, угадайте, что это? Так, а ну, поднеси к камере. Ой. Дай. О, кстати, получилась большая пуголовок. Я не помню, вроде я снимала видео про маленьких пуголовков, как плавали. Это было еще видео летом вышло, в начале лета вышло. Теперь еще я прошла. Ух ты, блядь. Я буду его уметь. Ребята, я вот уже, ну его, я уже чувствую. Он уже твердей. Вы думаете, что я буду... Сейчас, Кирюха, что-то там нахамун. А вот это. Червяк. Ой. Это как это... Мешалка? А? Мешалка какая-то? Да. А ну сейчас я заберу.
Я думаю, что я снова буду делать. Ой, ты будешь вечно что-то делать. Давай весь убирайся. О. Смотрите, что я шурубила. У червяка какого-то? Нет. Скакалка? Нет. Так, чтобы куколкам скакать маленьким. Тык-тык-тык-тык-тык. Или для фиксиков. Что там может быть такое? Браслетик? Зонтик? Колечко. А, колечко. Колечко. Ну, почти угадала, как браслетик. Колечко у меня. Смотри, у меня пустая коробочка. Ребята, хотите, я вам кое-что хочу показать? Смотрите, что я буду делать. А вот это что? Вот это что? Мячик. Это мячик. Это мячик. Но в реальности я друзей пугала, но страшнее, конечно. Ой-ой. Ой-ой, как вкатает. А ну да, я попробую этот. Я же этот не пробовал. Но этот более... Ой! Ой! Да я коробку... Ой! В камеру. А ну, сейчас этот. Ой, ну смотри, у меня пустая коробочка. Да, у тебя пустая коробочка. А ну сейчас этот я сильно кину. Ой. Она не сильно так прыгает. Так, иди убери с ковра. Там много един насобирается. Покажи. Так, вот Василин после ковра. Так, вижу, ой, тут уже ой, что-то нацеплялось. Так. Ой, вижу, как бликает. Ой, и когда... Эй, эй, ты куда? Я сильно ну что, Кирюха, будем прощаться? Да. Так, ребята, вы голосуйте. Обязательно голосуйте, да? И как мы говорили, наберем 5000 лайков, и мы будем делать лизуна. Будем пробовать делать. Ну, не знаю, че точно он выйдет. Да, а я сейчас буду что-то делать. Ты уже сложила? Так, сейчас я его... Вот так вот. А вот арбуз уже. Ты куда показываешь? Вот уже арбуз. Вот уже арбуз. Да, ребята уже слышат, что это арбуз. Да, я слышно. Вот. И обложила. Я все обложила. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Такой красивый, всякий. О, завтра пятница. Да. Выходные будут. Ой, я хочу еще бумагу. Ну, сейчас, ребята, подождите. Я хочу еще бумагу. Сейчас, ребята, я вам покажу прикольчик, над каким можно шутить, ну, вместе с друзьями. Сейчас. Так, давай сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто говорим. Например, у меня есть подружка Яна. О, Яна, привет! Смотри, что у меня есть. А что это? Это шариковый пластилин. Так, подожди. Уже не арбуз. Уже не арбуз. Да, понял. А что это? Ну, смотри. Это шариковый пластилин. Так, я начала шариковый пластилин. Ой, он покатился. Говорим, ну посмотри, Яна, посмотри, шо? И жук в шариковом пластилине. Можно, не знаю, можно как-то с едой этим жуком шутить. Угадайте, что это? Коклета и какашка. Какашка. Коклета. О, смотри, сейчас я его помещу в эту коробочку.
Стой, дай жука вымню. Выйму. До свидания. Так, ждем. Ребята, прошло пару часов, и мы достаем. И он нафиг не затвердел. Ребята, не прошло ж 2 часа. Ой, а как нам оттуда его вытащить? Ой. Ой, ребята, он вообще отвердел? Кошмар. И на чем нам его оттуда выколупывать? Вот пришла бы такая мысль в голову, сюда его засунуть. Зачем нам такая мысль в голову пришла? Кира, зачем ты его достала? Ты же сейчас будешь липкая. Ребята, короче. У нас, наверное, мы так доиграемся, что нам на эксперименты не хватит. Ну ничего, мы еще купим. Он недорогой. Да, Кира там уже играется. Кирюша, а что ты там играешься? Постельно. Шубка валяется, ботинок валяется. Как нам теперь вынимать? Давай сюда его запихнем. А давай попробуем как-то вынимать. Ребята, вы поддержите нас лайками, чтобы мы наконец-то... Вот это. Ты жука туда спрячешь. Чтобы мы наконец это выняли отсюда. Мне кажется, он там останется навеки вечные. До конца жизни. Я думаю, можно его помыть. Как-то смыть. Ну, не надо. Вот надо было такой мысль в голову. Ладно, давай прощаться бы я уже. Я уже устала, я уже хочу спать после школы. Кстати, ребята, хочу вам порекомендовать канал Ковидаки. Там разные посылки из Китая, с Алиэкспресс. Там редко бывает, что там... Там еще много каких штучек. Там даже показывают наши, как мы маме подарили. Вот это, помнишь, подарки на 8 марта? Это вроде было в этом году, да. В этом году на 8 марта мы маме подарили. Там... Ой, а зачем я говорю, что мы подарили? Хотела говорить уже. Вы же сами можете увидеть. Там, ну как, много чего еще. Там тоже есть видео про кинетический песок. Ой, ну что-то... Ну то, что... Так, я вам порекомендовала канал. Ставьте лайки. Пока-пока. Ты уже говоришь пока-пока. Подожди, ты меня не покажешь. Ты ж Кира. Выключила камеру, теперь заново снимаем видео. Ну, не заново. Эй, веселуйся! Ой, у меня одно колено прилипло. Ой, фу. И как нам это все убирать? Как нам это все маме объяснять? Ой, ко мне колено прилипло. Ай-яй-яй. Одирается она, ребята, больно. Да я! Да я тебе... Давай, ой, дай сама выбью себе. Вот этот фиолетовый, он вообще быстро твердеет. Уже это все время он затвердел. Давай. Все. Так, а какое видео еще на Ковидаке было? Я не помню. А кто уже подписан на наш и на этот канал? Очень хороший. Молодец.